Итак, друзья, Гальвестон, октябрь 2015 года, Техас, Мексиканский залив, круговая панорама маяка. Люди приезжают прямо к морю на машинах. Ловят рыбу. Некоторые даже купаются. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, кто там купается. Кто-то там синенькое зеленеет. Ну так греби. Спасать уже. Уже спасать. Инопланетяне спасают людей. Ну такого я еще не видел в водах Мексиканского залива. Все видели воды Мексиканского залива. Ну как инопланетяне. Может быть, это люди топят инопланетян? Кто кого топит? Ну по машинам ручкой. Это спускает. Твой надувной друг. Да. Здравствуйте. Как его зовут? Его зовут Уфа. Уфа? Да. Расскажите нам о нем немножко. Он родился в Кима 10 октября 2015 года в одном из ларьков для продажи основных игрушек. Он там, в принципе, не родился, а появился. И я его выбрала себе в друзья, с тех пор мы дружим, он меня спасает. Друзья, этот эпизод называется «В нашу гавань заходили корабли». И вот только что за моей спиной отходит корабель. Дело к вечеру. Я думаю, часов 6 вечера сейчас, да? 7. И вот под вечер корабли выходят из Гальвестона. Круизные огромные лайнеры один за другим покидают наш гарный Техас. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал Vimer и до свидания.